Сказали про море, в какое время море забирает проблемы и в какое дает здоровье. Море на протяжении всего дня забирает проблемы человека. Если человек смотрит на море, его проблемы и болезни уходят. Но здоровому человеку на море смотреть не нужно, потому что море может забрать здоровье. А когда море забирает вообще, когда море дает что-либо? Море дает, и есть некие такие ворота, которые открываются в 11 часов вечера и заканчиваются в час ночи. Если человек ночью с 11 до часа смотрит за линию горизонта в темное море, то такое темное море, оно может помочь ему реализовать его желания. И такое море может помочь человеку стать очень молодым, красивым и добрым. Это очень эффективная практика. Есть еще эзотерическая практика накручивания женихов. Если вы сейчас поедете на море, то обязательно накрутите себе женихов. Необходимо зайти по горло в море. Необходимо, желательно, чтобы это было в вечернее время больше, чем в дневное. И не закрывая глаза и не думая ни о ком, держа руки так, чтобы они лежали на воде, крутитесь против часовой стрелки. Ничего при этом произносить не нужно. Это знаменитый арабский метод, который помогает человеку накрутить женихов. Обычно в случае, если полнолуние, то лучше работает. Если нет полнолуния, чуть-чуть хуже.